Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Ом намо Бхагавате. Бхагавад-гита, как она есть, комментарий Шрилы Прабхупады, глава 9, самое сокровенное знание, текст 25. Янки дева врата деванти триньянти пити вратаха. Бутани янти бутеджа, янти мадьяджино пивам, янти, янти, идут, идут, дева вратаха, дева вратаха, поклоняющийся полубогам, поклоняющийся полубогам, деван, деван, к полубогам, полубогам, питрин, питрин, к предкам. Янти, янти, идут, идут, питри вратаха, питри вратаха, поклоняющиеся предкам, поклоняющиеся предкам, бутани, бутани, к привидениям и духам, привидениям и духам, янти, янти, идут, идут, бута и джаха, бута и джаха, поклоняющиеся привидениям и духам, поклоняющиеся. Янти, янти, идут, идут, мат, мат, мне, мне, яджинага, яджинага, преданные, преданные, апи, апи, но, мам, мам, ко мне, ко мне. Перевод текста. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада. Тот, кто хочет отправиться на Луну, Солнце или любую другую планету, может сделать это, следуя предписаниям Вед, в частности, методу, который называется Дарша Паурнамаси. Все это подробно описано в разделе Вед, посвященном кармической деятельности, где оговорены принципы поклонения полубогам, обитающим на райских, на различных райских планетах. Точно так же, совершая соответствующие яги, человек может отправиться на планеты питов, предков, или на планеты привидений и стать якшей, ракшей или пишачей. Поклонение пишачим называется черной магией. Те, кто занимается черной магией, а таких немало, считают свою деятельность духовной, хотя на самом деле она от начала до конца материальна. Подобно этому, чистый преданный, поклоняющийся исключительно верховной личности Бога, достигает планет Вайкунхи, или попадает на Кришналоку. И в этом не может быть никаких сомнений. Это очень важный стих. Если те, кто всего лишь поклоняется полубогам, поднимаются на райские планеты, те, кто поклоняется питам, отправляются на планеты питов, а те, кто занимается черной магией, попадают на планеты духов и привидений, то почему чистый преданный не может достичь планеты Кришны или Вишну? С
сожалению, многие люди ничего не знают о высших планетах, где обитают Кришна и Вишну. Не обладая этим знанием, такие люди падают. Этой участи не могут избежать даже имперсоналисты, достигшие Брахмаджоти. Поэтому движение сознания Кришны несет это возвышенное знание всем людям, чтобы, просто повторяя мантру Хари Кришна, каждый из них мог уже в этой жизни достичь совершенства и вернуться домой к Богу. Конец комментария. Ом Агьяна Тимиран Дасья Абхинандана Швакая Чакшурму Итами Натасмай Шри Муравей Намаха Шри Читани Маном Чистам Сваркитами Нагутаре Своя Мурба Кадам Ахьям Дадати Свава Антикам Панча Калта Дарбьяша Крипасин Куберевача Патитанам Паванин Бьо Вайшнаве Бьо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Кришна Шимати Бхакти Виданта Свами Нитинами Намасте Сарасвати Дев Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Янки Дева Врата Дева Питри Нянки Питри Вратаха Бхутани Янки Бхутеджа Янки Мадья Джино Примам. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняются предкам, отправятся к предкам. Те, кто поклоняются духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Этот стих относится к разделу самых сокровенных знаний. Посмотрите, Бхагавад-гита, она рекламирует райские планеты, планеты питов, духов. Это как реклама идет, пожалуйста, выбирайте. Причем она не просто как бы призывает, как будто она призывает поклоняться Кришне. Но так, если вы не хотите предаваться Кришне, ну или поклоняться Ему, есть варианты, можно их рассмотреть. То есть это некий как прайс-лист такой. Выбирайте, куда хотите. Реклама в Бхагавад-гите есть. И вот мы пытаемся понять, а кому мы поклоняемся? Конечно, Кришне. А кому нам еще поклоняться? Но мы все равно, как бы периферийным зрением смотрим, так, главное, чтобы мы не забыть эту рекламу, что мы поклоняемся Кришне. И мы наблюдаем за собой, как практично мы это делаем. Потому что можно незаметно как бы раз и скатиться на другое поклонение. Как будто бы Кришне. А на всякий случай подстрахуюсь, потому что мало ли вдруг Кришна не достигну в этой жизни. Это же только там один из тысячи, там из тысяч тысяч, там кто-то может быть там. И то не факт, что это я. Потому что кто я такой? Поэтому я так как-то подстрахуюсь на всякий случай. Поэтому мы узнаем, что там на Луне. Ну на всякий случай, если вдруг там место как-то забронировать. Да? Что там на солнце? На солнце жарко, похоже, сильно. А на Луне холодно очень сильно. Да, это самое холодное место. Луна, там очень холодно. Ну, есть еще холоднее, но мы туда не будем пока сейчас. Нам вот Луна или Солнце. И все, мы думаем, иногда мы начинаем мантры читать Солнцу, мантры Сурья-Деву там. Ну, Кришне так, на всякий случай, а то вдруг повезет, вдруг попаду на Кришналоку. Подстрахуюсь на всякий случай. Ну и тут же я еще здесь страхуюсь. Ну это понятно, мы как будто бы страхуемся. Но наша жизнь, на жизнь это поклонение. Вот жизнь, она показывает, кому мы поклоняемся. Люди, например, духом поклоняются, привидениями, Прабхупада описывает, есть практики магические всякие, да? И магия прям. Черная магия там какая-то. И все, людей, в принципе, завораживает тоже этот путь такой.
контролировать, нужно что, видеть какие-то энергии Кришны. Я видел таких людей, которые занимаются черной магией, они причем уверены, что они занимаются духовной практикой. Они говорят, нет, это все связано, все духовно. Ничего нету материального, везде Бог есть. Все духовно. Да, ну Бог здесь говорит, например, чем он питается. По-моему, даже следующий стих. Если человек с любовью и преданностью принесет мне листок, цветок, плод, немного воды, я непременно приму его подношение. Но те, кто занимается черной магией, они не предлагают это все. Они предлагают мясо убитых животных. Да, и они говорят, это все духовно, все трансцендентно, Бог везде находится. Поэтому они говорят, мы не знаем, что вы там изучаете. Вы отсталые просто. Вы, скорее всего, только начинаете. Однажды вы к этому придете, они говорят. К этому поклонению. Это очень возвышенное поклонение. Вот смотрите, вы не можете поклоняться так, как мы поклоняемся. Ну, попробуйте мясо. Вот. Попробуйте. Оно предложенное. Все Богу предлагается. Смотрите, вы не можете. Вы ограничены, а мы все можем. Такая философия опасная очень. И слабые люди иногда не могут попасть под такую волну. Один человек, он так попал под такую волну. Он занимался практикой в сознании Кришны, он мантру повторял, все, в принципе, там все соблюдал, все нормально. И потом кто-то его, из его друзей, он тоже занимался какой-то практикой параллельно. Причем он не занимался преданным служением в сознании Кришны. Он уже как раз этой магией занимался, и там приехал их гуру, который потом в будущем потом пойдет, он уйдет с этого, примет православие. Но до этого он будет очень мощный, такой гуру. У него очень много последователей будет в Москве. Там они будут яги такие делать, вырывать огромный котлован примерно, вот как, ну, не знаю, половина этой алтарной. Туда будут бросать бревна огромные, разжигать это все. Представляете, какой огонь? Все разжигается, и туда подношения, масло льются, зерна кидаются, там всякие вино там предлагается. Ну, в общем, все их, ну, магические все эти вещи, они просто там, это огромное количество тысяч людей приходили смотреть просто. И один вообще там, ну и вот так это, ну, магия впечатлила, что он подумал, какой смысл жить, это все иллюзия, этот мир, это иллюзия, все это майя, все это так просто неинтересно. Вот она ягия, вот она, можно прямо сейчас уйти в духовный мир. И он просто разгоняется и бросается туда, вот этот огонь, а он уже горит, там эти бревна уже горят, там металл плавится уже просто, ну так разгорается. И он туда, его люди за ноги оттуда тащат, он там за бревно это держится, говорит, не трогайте меня, я хочу в духовный мир, не хочу жить больше здесь, это все майя, вы сами все в майя, он держится просто там. Его там выдергивают, он весь горит уже, весь просто. Представляете, там минут пять он горит, его там дергают все, ты что, какая майя, подожди пока. И потом его оттуда выдергивают, а на нем ни шрама, ничего нет, вообще ни ожогов никаких просто. Ничего не произошло. Такая магия, сильная вещь. И вот этот преданный, он попал, ну, в эту, скажем, компанию друзей таких, которые занимаются этим. Они его пригласили на какой-то ритуал. И у него тоже способность есть такая, ну, склонность к мистике какой-то. И он приходит на этот ритуал в квартире где-то, квартира, и сидят, ну, жрецы, скажем так, и они там мандалу нарисовали на полу, там лист такой, оцинкованный или какой-то металлический на нем нарисовано, это янтра, все, они там мантры читают уже вовсю, и о, раз, тоже все, они кругом там сидят, вот несколько человек, там, может, 5-6 просто. Сидят и там, они хором там такие тантрические мантры читают, мощно очень так. И он просто сидит, ну посмотрю, что это такое, ну что за такое мероприятие интересное. И они там читали, и потом раз, в какой-то кульминации, раз достают петуха связанного, уже он уже связанный, уже готовый. Ну не листок, цветок, немножко воды, а конкретный. У них такой ритуал. И в кульминации этих мантр они просто берут петуху голову прямо на этой янтре, бум, кровь такая разливается, и
от этой всей мистики открываются окна прям, вот так раскрываются окна, такой видим, и прям они прям видят, что эта кровь, она прям исчезает тут же в янтарь, она как впитывает, ну металлический просто, раз, и нету никакой крови. Там чуть-чуть что-то они там слили, это он просто рассказывал мне, слили они просто какой-то стакан, там еще мантры дочитали, и все, говорит, так, я такой не видел, говорит, такой шахты там. И все, там раз ритуал закончится, они сидят, все такие волосы дымом в глаза, вот такие все. Ну что, давайте просад почтим теперь. И все раз, и начинают эту кровь пить. И до него доходит, ну он вроде бы как бы в компании, что, давай, что-то делай. И он думает, боже мой, что делать, что делать. Сейчас вот попробуй не выпить, это оскорбление, же проклянут здесь просто. И до него доходит, уже там чуть-чуть он берет это кровь, смотрит, что они нанесли, ну он просто на голову все так побрызгал. Ну как бы махапрасадчик, кары засудали сюда. Посмотрели, ну ладно, как бы нормально, вроде ничего не оскорбил. И все. Человек медленно сходит с пути бхакти в сознание Кришны. Медленно, раз, и все. И сейчас он уже не повторяет мантру, принципы не соблюдает. Он занялся практикой другой. Она его вдохновляет, эта практика. Возможно, у него там остались чистоты, принципы нормальные, такой адекватный, вроде бы нормальный человек, здравомыслящий. Но все, отошел. Поклонение, пожалуйста, поклонение духом. Значит, туда дорога. Хотя, вроде бы, практикуют другой метод, уже не тот, но все равно опасность остается. И также мы. Иногда мы можем заигрываться в разные. Там астрологии начинаем изучать, верить в эту астрологию. Думаем, вот сейчас какой-то садасати начался, пожалуйста, не трогайте меня. У меня сейчас какой-то период. Какой период? Ты Кришне поклоняешься. Это что значит, если я Кришне поклоняюсь? Это значит, вся жизнь садасати. Замечаете, преданные? Вы замечаете? Это особая милость. Садасати — это особая милость. Потому что карма, она так сгущается и просто аннулируется. И вот она сгущается. Так что мы думаем, боже мой. И нам еще говорят, у тебя садасати скоро. Там никакая разница. У меня и так садасати каждый день. Уже сколько лет. Да нет, там всего 7,5 лет. Да каких 7,5 лет? Я уже 20 лет в сознании Кришны, ничего не меняется. Еще садасати что ли будет? Я думаю, он уже идет. Если мы предаемся Кришне, у нас не работают садасати. Они не действуют на нас. Шани сам Кришне поклоняется. Он на преданных не действует, он вдохновляет преданных на подвиги. Он их делает отреченными, имеется в виду непривязанными к материальной жизни. Он делает преданных справедливыми. То есть преданные видят везде справедливость, эту чистоту, они видят грех также, и они от него подальше идут. Преданные аскетичные, все преданные аскетичные, потому что так, как живет преданный, даже самый просто падший преданный, ни один материалист не сможет так прожить. Это вся жизнь аскеза, ранние подъемы, омовение каждый день, чистая одежда, джапу читать, принципы соблюдать, просад только вкушать. Столько всего, это такая гипераскеза, простому человеку если рассказать, он с ума сойдет. Скажет, ничего себе у вас жизнь такая. Вот она аскеза, это аскетизм. Да, люди поэтому многие так и ценят, уважают преданных, что их жизнь сплошная аскеза. Хотя преданные не считают, что это аскеза. Да нормально, это просто жизнь, какая же это аскеза. Но для людей это аскеза. Однажды ехал на машине, встречать преданных поехал с Индии на вокзал. Рано утром, в 5 утра, что ли, летом, что-то такое. И город пустой, машин нету. И думаю, поеду через центр. А обычно центр объезжать нужно, потому что там через центр, если едешь, там одно место есть такое, где стоят, ну как это, здание администрации, там, то есть исполком, там все главные, это, там, центр города. И там пост ГАИ стоит всегда круглосуточно. И обычно это место все объезжают. Ну, если есть возможность объехать, то объезжают.
Потому что там, если вдруг у тебя что-то с документами, или ты не, что-то там не пристегнулся, или там нарушил правила, не дай бог, то если тебя остановят, то все. То есть ты там ничем, ни отговорками никакими, ни там взятки не берут. То есть там настоящая просто, ну, деятельность гаишников, она там проявлена. И там, причем гаишники такие, капитаны, майоры, полковники стоят такие прям. И город пустой, я думаю, да поеду туда, что у меня все вроде нормально. И я ездил на микроавтобусе таком желтом. Он весь желтый, ярко такой желтый. И на нем салатовыми буквами прям во всю длину, во всю весь микроавтобус с одной и с другой стороны написано «Скорая духовная помощь». Такой, с обоих сторон, впереди прям под лобовым стеклом там «Харе Кришна» большими буквами. И сзади, на заднем стекле и на багажнике написано тоже большими буквами «Повторяй Харе Кришна и будь счастлив». Из боков задних стекла, большие стекла там боковые, на них на каждой, на той и на другой стороне полностью «Махамантра» написано. Ну, то есть весь такой, духовную помощь, все помогает со всех сторон. И в городе все это так, чтобы знали, все просто, ну, все радовались всегда. Говорили, о, Харе Кришна, Харе Кришна, и все читают там все. И иногда люди прям подходили, там, что там, а что за духовная помощь, у меня там душа болит, помоги что-нибудь. И он всегда вооружен был, этот автобус, напичкан там книгами, просадом, там, газетами, дисками, благовониями какими-то, там, полностью был постоянно. И всегда там что-то раз-раз как-то вот помогали ему. И вот я еду на этом автобусе. И думаю, а поеду, все равно там ночь, вот, вернее, утро, кому я нужен. Еду, еду, и раз он выходит, такой раз меня останавливает. Вот сколько раз ездил, не останавливал меня, тут раз останавливает. Ну, думаю, ладно, остановлюсь. Остановился так. Сижу, так он подходит. И там, там, доброе утро, там, капитан какой-то, такой-то, в общем. Ваши документы. Я ему достаю, показываю. Он так смотрит и как бы и не смотрит. И сразу же говорит, на самом деле, как я... Просто тебя остановил. Потому что я вижу часто, этот автобус мелькает, мне интересно, кто на нем ездит вообще? Кто это, что за тип такой? Ну, типа, расскажи что-то. Я так, ну, а документы просто смотрит, потому что, ну, надо посмотреть. Я говорю, ну, что, Кришна, я говорю, что? Да, я знаю, что ты Кришна, ну, что за тип ты вообще? Я говорю, там вот езжу, людям помогаю, как могу. Там всегда помощь кому-то нужна, просто живу в храме, вот просто монах. Ну, ну что, нормально? Да, нормально, все хорошо. Вот интересная жизнь у тебя такая. Там, да, что, там семья, там вещи. Ну, так просто разговариваем. Так, ну, такая дружеская такая беседа. И потом раз, смотрим, что только раз такой, раз, разворачивается, доверенность. А раньше доверенность, знаете, руками писали какое-то время. Это лет, может быть, 10-8 назад от руки писали доверенность. Он говорит, о, похоже, ты сам доверенность написал себе, да? Ну, обманывать же нельзя, надо же правду же говорить. Он говорит, ну, да. И сам расписался же здесь же, да, правильно же? Я говорю, ну, да, сам расписался. Я говорю, ну, просто хозяин не был в городе, я у него спросил, говорю, разрешение можно, я доверенность напишу, от тебя распишу. Он мне дал благословение, я расписался. Ну, как правду сказал, как есть. Он говорит, ну, знаешь, это подделка документов. Это уголовно наказуемо. Я говорю, ну, понимаю, говорю. Ну, то есть я сейчас должен тебе машину забрать. Поставить на штрафстоянку, тебя увезти, завести уголовное дело. Подделка документов. Я говорю, ну, вы же слуга закона. Выполняйте свое служение. Ну, то есть делайте как надо. Все как надо, так и делайте. Ну, он так удивился, так, и говорит, слушай, у меня, говорит, тут тебе лично, вот нету никаких как бы, претензий, зла как бы нету, нормально ты вроде парень. Как, ну, я не могу тебя как-то сейчас вот, ну, отпустить, ты нарушил закон. Я говорю, не отпускайте, накажите, значит, мне. И он еще, ну, у меня опыт был, что правда, она всегда, ну, как бы действует, ну, придерживается правды. И так же правда на любого, говорится, обезоружит. Так же. Но если честно, человек, говорится, склоненную голову меч не секет. Я верю, что что-то должно произойти такое. Он говорит, ну ладно, я как бы не могу тебе ничего как бы здесь. Ну, пойдем, вот там командир, он сидит в машине. С ним поговорим просто. Я говорю, ну пойдем. И пошел, идут, такой, он подходит, мне говорит, он там, товарищ подполковник, не хотите с монахом пообщаться?
Ну, вот, а что мне пообщаться? Садись. Что там у него? Да вот. Документы, как бы, доверенность по делу. И он ушел. Я сел на заднее сиденье, сижу такой. Потом смотрит, смотрит, что-то такое, молчит, молчит. А потом такой, раз так, в зеркало такое заднее, меня там видит, я там сижу. Такой. Что, Хари Кришна, что ли? У меня первая мысль. Вот ради только этого стоило сегодня поехать сюда. Вот стоит, просто святое имя повторил. Все, супер. Я говорю, Хари Кришна. Ну, прямо плохо. СМС такая. Аудиосообщение прямо. Сидит. И что, Хари Рама? Я говорю, Хари Рама. Я думаю, что к чему? А он, что, ты в храме живешь, что ли? Я говорю, да, в храме живу. Рано встаешь? Я говорю, да, рано встаю. Службу пробиваешь? Мантру читаешь там, да? Я говорю, да. Мясо не ешь? И он все принципы перечислил. Что-то прям по очереди, прям, не в разнобой, причем он прям по очереди. Вот это утро у меня. Он берет, так сворачивает все так. Назад не продает и говорит. Сделай нормальную доверенность и езди как нормальный пацан. И я в недоумении. Пошел, ну, сел, поехал, просто еду, думаю, как так вообще. А потом мне один преданный сказал. Он раньше служил в этих, ну, скажем так, органах. И он говорит, тебя отпустил только по одной причине. Они люди военные. Они очень любят тех и уважают тех, кто совершает аскезы. Потому что у них у самих аскетичная жизнь, у них как в армии. Они рано встают, у них есть дисциплина. И вот тот, кто живет вот таким ритмом, они очень сильно уважают. Да, это люди такие просто. Я поэтому понял, ага, вот он что, почему. То есть аскеза, это не что-то такое, прям, знаете, прям суровое должно быть в нашей жизни. Нет, это просто наша часть жизни должна быть. И тут не важно, там, садасати у нас, или там планеты на нас как-то влияют. Нет. Мы хоть поклоняемся, хоть не поклоняемся планетам, они все равно будут на нас действовать. Но они удовлетворены, планеты, полубоги удовлетворены, когда мы Кришне поклоняемся. Вот они в это время радуются. Для чего нужно поклонение полубогам? Оно же рекомендуется все равно же ведом. Только для того, чтобы понять, что им поклоняться не нужно. Нужно поклоняться Вишне. Только для этого этот закон в ведах описан. Зачем нужно поклоняться полубогам? Для того, чтобы понять, что нужно поклоняться Вишне. Все. И тогда полубоги дают все благословения. Так же, как говорят, зачем нужна семейная жизнь? Она нужна только для того, чтобы понять, что она не нужна. Ну, это такое вот есть у нас изречение, да, в Исконе, мы это знаем. Мы поклоняемся все-таки Кришне. Нас не интересуют ни планеты какие-то, ни полубоги, то есть ни духи, ни пешачи, ни предки. Ничего нам это не нужно. Нам нужен Кришна. И наша жизнь, это и есть поклонение. Вся наша жизнь, это поклонение. Вот так мы должны жить. Как же правильно выстроить свою жизнь, чтобы чувствовать, что поклоняюсь Кришне? Нужно просто следовать регуляциям. Есть духовный учитель. Все, он является нашей ключевой фигурой, нашим главным объектом для медитации. Все, если мы следуем этому всему, мы поклоняемся Кришне так. Под руководством духовного учителя. В противном случае нас куда-нибудь стянет. Незаметно. Если мы думаем, что гуру это просто личность какая-то, очень возвышенная в моей жизни, которая мне дает посвящение, теперь он меня защитил, все нормально, мне это еще не защита. Теперь наша деятельность должна доказать, что мы поклоняемся Кришне как. Мы удовлетворяем духовного учителя. На самом деле тот человек, который попал в эту компанию веселую, он уже инициированный был, даже, представляете? Он инициированный был, и его стянуло. Поэтому преданный не рискует
существует. Никакого другого не должно быть поклонения. Как один ученик Прабхупады во Вриндаване шел, и ему какой-то местный Бриджабаси, там какой-то островок, дал какую-то, ну, янтру планеты какой-то, Раху, по-моему. Он сходил что-то на какую-то консультацию, тот сказал, что у тебя период плохой сейчас идет, тебе нужно вот эту янтру носить, она тебя защитит. Ну, от пагубного влияния. И он ее одел, ее и так носил, такую большую прям. И он как-то шел, и, по-моему, это был Брамананда. Да, имеется в виду, не он нес янтру, а он увидел этого преданного с янтрой. И говорит, что это у тебя такое здесь? Я говорю, так вот, я здесь сходил к астрологу, он посмотрел мою карту, сказал, что вот у меня там период Раху, и он защитит меня. И он очень, как бы, ему не понравилось это. Не понравилось. И он так сказал, ты что, какой там, какие планеты? Мы Кришне поклоняемся. Ну, Прабхупаде потом сказал, Прабхупада скажет, да вы что? Кришна управляет всеми планетами. Одним пинком, Прабхупада говорит, одним пинком просто все препятствия с пути уйдут. Ничего не помешает нам, если мы, наша вера в Кришну сильная. Это часть нашей практики, усиливать веру в Кришну. Иначе в конце жизни мы обязательно можем не то подумать. Мы будем думать то, во что верим. Вот во что мы сильно верим, вот это и придет нам в голову. Как один преданный чуть тело не оставил. Что-то где-то его там в реке, где-то он там выпал с лодки в какой-то бурлящей. И понял, что он все задыхается, уже все сознание теряет. И вроде нужно Кришну, а он что-то практиковал лет 20 уже. И он понимает, что надо вспомнить мантру срочно, потому что он понимает, что он все умирает. Все, воздуха нету, захлебывается уже все. И уже начал сознание терять. А мантру так и не повторил. А в голове всплыла какая-то реклама порошка стирального какого-то. Потому что занимался продажей порошка стирального. То есть привязался. Порошок такой, вот такой, такой объем порошков там. Сыпучий, жидкий там, еще какой-то. И все, и это у него в голове всплыло. И благо его кто-то вытащил, откачал. Он потерял, так потерял сознание, говорит. Я потерял сознание. И все, потом чувствую, меня кто-то откачивает просто. Вода прям в себя пришел, вроде, ну, все живой. И первое, что понял, боже мой, не вспомнил Кришну. Какой-то порошок влез в голову. Поэтому мы должны быть очень серьезными сейчас. Настолько серьезными, чтобы Кришна стал прям реально частью нашей жизни. Везде видеть Кришну. Его энергии сначала нужно изучить, увидеть, как они действуют. А энергии Кришны от Кришны не отличны. Но преданные сначала так же, они изучают энергии Кришны. Как действует вся вот эта, ну, система, вся махататва эта, как она устроена, просто вся эта энергия божественная. Мы изучаем, Кришна Бхагавад-гите рассказывает все об этом. Но теперь нужно практически начинать верить Кришне. Доверять ему. А он будет испытывать. Он будет постоянно испытывать нашу нам веру. Усиливать ее будет. Какие-нибудь ситуации создавать. Ну-ка, давай, вспоминай. Не вспоминается что-то. Хотя кажется, ну вроде бы вот и тут споткнулся просто где-нибудь, там можешь голову разбить и умереть. Не вспоминаем, а что вспоминаем? Какого-то ой. Ой-ой-ой. И вот понять, куда теперь попадешь. Что за планета ой такая есть. Кому это сейчас поклоняемся? Кто такой ой? Ой, Прабу. Еду раз с мамой. Говорю, мама, ты же друг мой. Ну да. Могу тебе сердце открыть? Да, конечно, открывай. Вот смотри, мама, вот в нашем роду я единственный, кто поклоняется Богу. Мне очень тяжело, наш род очень тяжелый. Уже мясо ели? Да, сейчас едим. Я говорю, я помню, что в детстве мясом кормили меня этим собачьим. Собачьим? Мама, собачьим же мясом? Да. Я говорю, представляешь, какое тяжелое, какая тяжелая наша ситуация, нашего рода. Никто к Богу не молится. Все же
служил своими делами. Ну да. Я говорю, знаешь, мам, мне как тяжело одному вас всех тащить. Ну так, открывай маме сердце. Мама, друг. Она говорит, понимаю тебя, сынок, понимаю. Я говорю, могу я тебя попросить, мама, об одном? Да, конечно. Можешь помочь мне, чтобы я не один был? Могу. А что делать нужно? И у меня были небольшие четки такие, там, 27 писем. Я так с собой, ну что дополнительно мечтал. Я говорю, мам, можно я тебе дам четки? А ты когда хочешь, вот просто не знаешь, чем заняться, носи их в кармане. Вот только не знаешь, чем заняться, руку раз в карман. И прям в кармане читай мантру. Она говорит, и все? И все. Вот такая помощь. О, да, нормально, хорошо, буду помогать, давай. И мы едем с ним. Я еду так. Мы на трассу где-то выехали. На трассу зимой едем, так и едем. Я так правил глаза, раз, а мама уже шепчет. Медленно так, ну, Чернария Кришна, Кришна, Кришна. Ну, она знает ее. Просто никогда не повторяла. Видишь, что я повторяю, у нее там музыка где-нибудь играет, она уже выучила ее просто. Ну, не повторяет. А тут раз повторять начала. Я думаю, прогресс вообще. Семейный прогресс. Мама повторяет. Я так радовался. Думаю, боже мой, это же какое-то просто чудо какое-то. Наконец-то. Уже лет сколько прошло, вот только-только она начала. И что-то раз машину как-то занесло, и где-то на 90 километров скорость такая была. И машину вот так крутить начала по гололеду. И я такой, мама, молись! Мама такая, Кришна, Кришна! И мы такие, и сзади так вот, а так встала машина задом так раз, и там прям реально обрыв такой, и она прям задом к этому обрыву, вот так там, не знаю, там, сантиметров 20 осталось, она раз и остановилась. И мы такие сидим. И я такой перепуганный весь. А мама такая, Хари Кришна, Хари Кришна. Я говорю, мама, не выходи, потому что сейчас ты выйдешь нас туда, но мы за счет веса только держимся просто. Сиди, говорю, просто. Я там раз поставил наручники на все, аккуратно так вылез. Вышел, так уловлю машину, чтобы у нас, как бы снег туда, раз. Я такой думаю, боже мой, не вспомню же я Кришну никак. Столько практикую. Мама первый час даже не практикует, Кришну вспомнила. Думаю, вот это да. И такой раз мы там нас вытащили, все, едем дальше. Я говорю, мама, ничего, ты спасла нас сейчас. Она, что я спасла? Я говорю, ты Кришну вспомнила. Я не вспомнил Кришну. Она, так а что не вспомнить? Ты же сказал, повторяю, я повторяю. Ничего себе. И такой еду. Стыдно. Говорю, Кришна, прости меня. Вообще не вспомнил тебя никак. Вот я честно тебе говорю, правду говорю, вот если еще раз, я обязательно тебя вспомню, прости. И что так, знаете, с перепугу что-то раз и пообещал. Пообещал и забыл. Ну, как обычно бывает, да, Кришна, помолимся там. И проси, в общем, нас, и все нормально, идем дальше. И едем дальше, где-то, не знаю, через полчаса, та же самая ситуация, один в один. И то же самое, я не вспомнил, я начал маму звать, мама, мама, Кришна, Кришна. И с нами опять ничего не произошло. Опять ничего не произошло, ни встречных машин не было, просто выкинуло нас на встречку, мы там где-то остановились. И потом и третий раз будет, только на следующий день мы обратно будем ехать. То же самое будет. Никак не вспомнил. То есть это такая вот иллюзия, что мы такие вот тут уже почти что преданные. Нет, Кришна проверять будет. На веру, мы должны довериться ему. И это как раз проверяется в самые экстремальные ситуации. Например, для преданных экстремальная ситуация – конфликт. Конфликт между преданными какой-то. И преданные начинают друг другу доказывать, опираясь на шастры, кто прав, кто не прав. Ну так, это мягко говоря, если хорошо, если на шастры там опираются. Обычно просто, знаете, на чем свет может стоять, там, в уме. Но кто в этот момент о Кришне думает? Ну это же тоже ситуация очень опасная. Что-то же мухи такое, что и тело можно оставить, так накричаться, наораться, что сердце может остановиться. Ну или мало ли что может произойти. То есть мы можем так заигрываться. Но Арджуна сражался, постоянно о Кришне думал. Поэтому был неуязвим. Постоянно размышлял о нем. Ему-то легко, он видит прям Кришну перед собой. Да, но у нас там нету такой ситуации. А мы в сражении находимся. Наша жизнь это прям сражение. Посмотрите, как мы живем.
Хорошо, Гандивы нету рядом, ну, просто Лука. Так уже давно бы поубивали бы здесь друг друга. Ну, все конфликтные ситуации. Если разбирать, там вот просто прям вот просто так можно достать и там пульнуть эту. Хорошо, если не Брахмастру. Наша жизнь как сражение. Мы боремся с этим врагом внутренним, могущественным врагом. А все думаем, что это враги вокруг нас. Да нет. Это не вокруг нас враги. Внутри враг наш. Как эти эксперименты делают? Собаку завели в зеркальную комнату, где много зеркал. И собака зашла, увидела собаку и зарычала просто. Ну, как собаки обычно это делают. Сидит другую собаку, сразу раз начинает рычать. Она раз зарычала, и тут все собаки зарычали разом на нее. Она как давай с ними бороться, гавкаться. И она догавкалась до такой степени, что умерла. Реально труп оттуда вынесли просто. Она все думала, что она борется с кем-то. С кем она борется? Никого нету. И не выдержала просто такого сражения. Не просто труп вынесли оттуда. И вот наша жизнь такая, если мы начинаем там с кем-то сражаться, кого-то критиковать, осуждать конструктивно. Нет, можно же умереть так. С кем сражаемся? Сами с собой. Поэтому преданный должен быть образованным, должен понимать, что происходит вокруг меня. С кем я сражаюсь. Преданные должны уважать всех друг друга. Особенно друг друга, кто вот рядом. Очень уважать нужно. Только видим преданного, сразу радуемся. Особенно того, кого не любим. А особенно порадоваться надо, потому что я в опасном положении сейчас. Я встретился с тем, кого просто терпеть не могу. Это значит, сейчас конфликт, он уже в уме назревает. Как спастись? Манчикалка трубища. Сразу в уме, как минимум. Просто склониться в уме. Хорошо, если так духу хватит склониться. Ну хотя бы просто обезопасить себя. Каждого преданного. А они, как обычно, преданные, очень милостивые. Они провоцируют. Что-нибудь начинают раз, что-нибудь там сделают такое. Ну, вообще, как это он так смог? Ну, вот он конфликт. Это значит, я ослеп, я не вижу Кришну за этим всем. И в миру также. Люди могут что-то не то делать. Особенно я замечал преданные, которые на машинах ездят. Раз там кто-нибудь подрежет или что-нибудь так. И они говорят, что я там едешь, куда едешь, что ли? Боже мой, ты же преданный. Ты что, не понимаешь, что происходит? Это же Кришна устроил тебе эту ситуацию, проверить тебя на вшивость. Какой ты водитель. Я одному преданному так и говорил, как ты что, не видишь, что ли? Не замечаешь, что это Кришна все устраивает? Да не надо все на Кришну сваливать. Думаю, ничего себе. А, ну да, да. Да, так, конечно, не надо все сваливать на Кришну. Факт. Все нормально, тогда все нормально. То есть мы не понимаем, что Кришна все устраивает. Все, что вокруг нас происходит, он устраивает. Итак, наша жизнь это как интересная учебная программа. Играемся. Мы играемся здесь. Просто пока наши законы, здесь, в этом мире, они ограничивают наши игры. Что мы в конце концов все равно будем играть. Пока мы не войдем в игры Кришны, мы будем играть. Это наша природа. Играться. Дети играют в детские игры, взрослые во взрослые игры играют. Старики, уже не играют. Уже так смотрят на игры только. На скамейке запасных. Ну что там поиграешь? Сидишь просто и осуждаешь, как играет. Это так играет. Я уже отыгрался. Наигрался уже. Доигрался уже. Потому что уже вот-вот выходить из тела. Что за игра сейчас такая? Что должны делать старые люди тогда? Как поддерживать свои игры? Изучать игры Кришны? И их осуждать, и обсуждать? Тогда это сознание Кришны. Это нормально. Это то, что, например, происходит в схамах. Старые люди, они только о Кришне говорят, больше ни о чем. Так они играют, в уме. Организовывать свои игры также нужно уметь. Но надо, чтобы в них Кришна тоже участвовал. То есть пытаться понимать, а как это Кришна сегодня будет участвовать в моей жизни? Кришна, а как это ты будешь делать? Дай мне зрение, пожалуйста, чтобы я сегодня целый день видел тебя.
ну, возможно, не прям твою форму эту всю красивую, в трех местах изогнутую, но просто хотя бы видеть твой замысел, замысел твой видеть. Я хочу видеть, как ты в моей жизни участвуешь. Я хочу, чтобы мое сознание полностью туда окунулось. Оно окунуться должно просто, заворожить меня должен Кришна. Для этого мы должны думать о духовном учителе. Потому что духовный учитель нас вовлекает в игры. Он уже играет с Кришной. Он уже все это видит. И если мы думаем, что духовный учитель является нашей главной, как бы, фигурой в жизни, он обязательно нас вовлечет в эти игры. И эти игры очень интересные, очень захватывающие. Потом мы ложимся спать и размышляем об этих играх. Потом сны нам снятся, связанные с Кришной. И просыпаемся, сразу думаем о Кришне. Все? Похоже, мы уже сумасшедшие. Ну, раз не о чем не думать, только о Кришне. И люди иногда называют даже нас такими. Вы сумасшедшие. С вами ни о чем не заговоришь, что все, Кришна, Кришна. Нормально. Вот это критерий, что мы растем хорошо, духовно, раз постоянно о Кришне размышляем. Все это значит, мы поклоняемся Кришне. Значит, мы попадем на Кришналоку. Неизбежно. Потому что он в нашем сознании. Уже все, он его завоевал, это сознание. Но вот это завоевание этого сознания, оно иногда может быть болезненным. Потому что когда мы Кришну зовем, когда повторяем святое имя, мы зовем Кришну же, по идее. Мы должны звать, да, его Кришна, Харе. То есть приди, мы зовем его. И Кришна приходит. Что он не может не прийти. Он святое имя, он и есть. И он приходит, думает, а куда он меня зовет? Места-то нету, куда он меня позвал? Все забито, все занято, все полки заняты, все вьясасаны заняты. То есть все планы там о ком-то, обо мне там что-то ничего нет, но раз позвал, надо хоть место как-то найти. И он как-то раз-раз туда входит как-то. Он такой весь изогнутый, такой, прямо не может быть. Он такой, да, и у нас со всех щелей лезет все. Мы думаем, что за глупости в голову лезут? Как мантру повторять? Мысли такие лезут в голову, они не лезут, они вылазят просто. Вытаскивают, выходите, выходите оттуда. Потому что ему тесно там. И мы держим. Не-не-не, это не отпускай, это мое. Начинаем жевать, жевать. Прожевывать, ням-ням-ням-ням. Томственная жвачка. Пошли туда, пошли туда. И Кришна думает, ну вот, позвал меня, я буду наблюдать, как он живет здесь все. Ну ладно, мы гоняем это, вынуть это, вынуть. И мы не отпускаем, иногда нам больно даже повторять. Невыносимо, тяжело повторять. Люди иногда четко оставляют, не хочу повторять. Трудно очень, потому что все лезет. Ну, кажется, что оно влазит, на самом деле оно вылазит. Как один человек такой, олигарх. Он какой-то практикой тоже занимался, непреданно ему говорят. А что за практика у вас? Ну, вот там какие-то мандры, там такие гайдри какие-то есть. Ну, как, нормально? Да, нормально. Махамандру не пробовали повторять? Не, не пробовал. А попробуйте. Попробуйте. Ну и раз им дают четки. Попробуйте. На четках прям. Вы же на четках повторяете. То же самое. Попробуйте просто. Ну ладно, попробуем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Ого. Это что вы дали мне? Мантру? Ничего себе, какой экстаз. Ну да, это же сам Бог. Святое имя, это сам Кришна. Мистики, они чувствительные к этим вещам. Они очень чувствительные. Ничего себе. Вот, можете повторять, просто не надо никакие другие практики. Это рекомендовано самим Богом в эту эпоху. Повторяем и все, решаем все свои проблемы. Любые, хоть духовные, хоть материальные. Прогрессировать будете очень быстро. Ничего себе, ой, спасибо вам, вы открыли для меня. Ничего себе, буду повторять. И оставили ему щетки. 16 кругов в день повторяю просто и все. 16, тут так легко, я все равно так 2 часа повторял свои мантры. Тут 16, да, легко. И повторяют, они ему раз позвонили, такой, ну что, да, нормально, что вообще, спасибо вам, такой экстаз. И потом через несколько месяцев приезжает. Ну что, как дела? Ну нормально. Что, повторяешь мантру? Не, не повторяю. А что? Да я так подумал. Так просто, что ли? Вот так повторяешь и в духовный мир? Я что-то, у меня сомнения какие-то. Похоже, это какой-то обман. Так просто, что ли? Ну и преданный говорит. Так если это так просто, чего ж ты не повторяешь-то? Если это так просто. Значит, не просто, наверное. И вот это не просто, это как раз вот этот мусор вылазит, когда это не просто уже.
А тем более мисики кто? Они-то видят, что вылазит, думают, лучше какие-то гайды повторять. Лучше еще какие-нибудь мантры, по крайней мере, ничего не вылазит. Беда в том, что в момент смерти все разом вылезет. Все разом вылезет. И не поймешь, за что держаться-то. Не как обычно духи. Тут как тут. Он говорит, мы уже тут. Ты же нам поклонялся всю жизнь. Мясо ел, это значит поклонялся духом. Вино пил, поклонялся духом. Что еще делал? Духом поклонялся. Пошли к нам. Не раздумывая даже. Преданные должны быть очень внимательны. Только Кришна нужен. Больше никто. Сосредоточиться только на нем нужно. Тяжело будет, конечно же, да. Кришна там будет порядок такой наводить, там блестеть все будет. Поэтому мы зовем гуру сначала, а не Кришну. Гуру уже поклоняется Радхе Кришне в сердце своем. И он приходит в нашу жизнь и наводит порядок в нашем сердце. Прочищает все там. Противогаз так одевает и убирается там все. Эсасану делает из драгоценных камней. Потом Радху с Кришной приглашает. А потом поклоняется им там. И так вовлекает нас в это служение. И мы тоже видим, и Радху, и Кришну видим в сердце. Чтобы гуру туда пригласили. Ну, не можем пригласить их туда. Там места нету. Там все занято. Потому что поклонялись очень многим полубогам, духам, привидениям всяким, предкам. Все там занято. Гуру очень милостивый. Он видит наше сердце, видит, там нету места ни для Радхи, ни для Кришны, ни для кого. Даже для гуру места нет. Духовный учитель вдохновляет ученика так, что ученик все-таки находит какую-то маленькую там табуретку какую-нибудь, чтобы гуру как-нибудь на ней там уместился. И гуру принимает это подношение. Хорошо. Я поведу тебя к Кришне. И начинает заниматься служение терпеливо. Наша задача не мешать духовному учителю, а помогать выметать этот мусор весь. Для этого нужно больше погружаться в Кришна-катху. Чтобы наше сознание заполнилось просто Кришной. Да. Например, есть процедуры такие, я вот так рассказывал уже некоторым. Просто так, для понимания. Сатвагуна, она очень сильно проявлена в продуктах коровы. Очень сильно. Если человек употребляет продукты коровы, неважно, это молоко, там, сметана, масло, там, что там еще там, творог, моча, навоз, то есть все. Ну, его это можно натирать там, по-разному. То эта благостная продукция, она вытесняет неблагость, которая у нас есть в тонком теле. Она вытесняет это все. И когда оно вытесняет весь этот мусор, то остается вакуум, пустота. Иногда люди пугаются этой пустоты. Наблюдения просто были. Когда приходили больные люди лечиться так. Даешь эти лекарства. Болезни лечатся. На самом деле много болезней лечится. И людей некоторых пугала вот эта тишина в уме. Потому что мусор вылетел. И все, в уме тишина. И она пугающая, потому что мы привыкли к динамичной как бы, жизни в голове, в мышлении, во внутреннем мире. Активная там, деятельность. А тут раз тишина, и она как бы пугает. А что, я ничего не думаю. Я хочу подумать и не знаю, о чем думать. Я что-то вроде бы хотел, а теперь даже не знаю, что хочу. Потому что нету мысли. Пустота. И вот важно в этот момент эту пустоту наполнить сознанием Кришны, святым именем, Кришна-катхой. То есть все туда, философии. Да, тогда мы потом начнем этим же и мыслить. Пока люди, ну те, кто не занимается духовной практикой, они мыслят только тем, что туда вошло. Через пищу, да, через уши. Через зрение, через осязание, через запахи. Все туда мы напичкали. Ну не мы это уже нормально, мы уже напичкали там просадом все. Все нормально у нас вообще. А ну люди, они нет, они напичкивают все, всю гадость. И вот так они поклоняются духам. Потому что это и духи туда и входят.
вместе с пищей оскверненной, тамагунной, с запахами тамагунными входят духи, звуки тамагунные входят, касание какое-то где-то, что-то кого-то зашли, то есть они быстро накидываются на человека, и человек просто в какой-то, ну, не знаю, в какой-то яме из этих духов просто, он даже не видит, где он находится, и он мыслит ихними мыслями, даже не понимая, что это его мысли. Они полностью завладели сознанием человека. И когда человек очищается от этой скверны, то вот этот вакуум срочно нужно наполнять сознанием Кришны. И тогда мы защищены, мы мыслим этими категориями. Ум спокоен, он наслаждается сознанием Кришны тогда. А беспокойство приходит тогда, когда эти пустоты заполняет все-таки нечисть какая-то. Тогда мы беспокоимся. Тогда у нас упадок сил, вдохновения нету, решимости нету, лень появляется какая-то. Это значит, что-то не то произошло. Значит, какая-то скверна вошла. А они материальные желания нам навязывают какие-то. Почему говорится, нужно очистить сердце от материальной скверны? Да, потому что ими кто-то завладевает. Поэтому преданные очень стерильные должны быть. Они наблюдают за всем. Что видят, что слышат, что едят, что нюхают, что трогают. Очень аккуратно защищают этот город из 9 врат, который защищает его, потому что туда враги нет, могут проникать. Только тогда, когда мы уже полностью доверились Кришне. Кришна дает нам разум защититься. То есть он нашу деятельность делает так, что мы полностью защищены. Мы не касаемся ничего, мы чистые, благость. На благость, значит, мы чистые и внешне, и внутри. С обоих сторон чисты должны быть. Как только с гуны благости пошли в эту сторону, все, огромные очереди этих живых существ уже ждут. Где свободные места? Прямо ждут. Гнев, вот это непослушание какое-то там, гордыня какая-то. Это то, что способствует вторжению этих сущностей. И когда человек живет такими принципами, не своими, а чужими, это значит, он поклоняется духам. Поклоняться все равно придется, потому что это в природе заложено. Поклоняться. Все будут поклоняться. Материалисты, они каждый день поклоняются. Они утром подходят, открывают холодильник и кланятся. Что там в холодильнике? Это тоже те же самые поклоны, просто кому ты кланяешься сейчас? Духом. В холодильнике живут некоторые. Аскетичные духи. Ну что делать? Там у тебя просто, там они наслаждаются. Тел нету, поэтому не мерзнут. Физических тел нету. Все, вы заходите на кухню, прям запахи такие, вот это они пахнут. И при этом что делать? Начинают выгонять их всех. Сразу порядок наводить. Моют все, сразу раз, все, запаха нету, они ушли. Они, конечно, будут просить что-нибудь. Просада какого-нибудь. Потому что им тоже нужен просад. Но преданный в уме раздает этот просад. Харе Кришна, все. И они тоже это слушают, ну, нормально. Вот святое имя услышали. Мы не против. Они не против слушать святое имя. Они понимают, что это такое, более того. Но мы должны быть очень аккуратными, кому поклоняемся. Мы должны поклоняться Кришне через духовного учителя, в обществе преданных. Тогда мы защищены, тогда мы точно попадем на Голоку. Хари Кришна. Как всем разумением своим в молитве научиться Бога знать? Всем разумением сначала нужен разум. Ну, разум должен стать сильным. То есть знание. Разум — это знание. То есть я должен через призму знания понять, что такое повторение, что такое молитва, что такое взывание. То есть это нужно изучить прям. Есть знания такие. И пока делать как будто бы это искусственно вначале. Потому что сердце грязное, не всегда мы можем понять, как это делать технически. Но то, что уже описано, что мы повторяем и слушаем внимательно. Вот повторяем и слушаем, это уже мы взываем. Это мы уже разум усиливаем. Это значит, в какой-то момент сердце очистится, и мы прям поймем, что такое взывать его. Например, технически, как взывать всем вразумением.
то есть разумом. Нужно через призму знания проанализировать, где я нахожусь. И чтобы это было серьезно, ну анализ это серьезный, сначала мы задаем вопрос, а кто этот я, который где-то находится? Кто этот взывающий? Кто взывает? Душа, да? Я душа. То есть я взываю. Теперь я должен понять, а где я нахожусь как душа? Господь Читания говорит, где мы находимся. Где мы находимся, Господь Читания говорит? В выгребной яме. Ну вот представьте, мы в выгребной яме. Как мы взывать будем? Это через разум. В разуме, то есть через знание. И говорится, как нужно звать Господа. Так же, как, с таким же настроением, как ребенок, который маму потерял из виду, плачет, зовет ее, вот, как звать его, да, если вопрос, как его звать Господа. Вот так нужно звать. То есть плакать и звать его. Но это можно сделать только тогда, когда поймем, где мы находимся. Если мы не понимаем, где мы находимся, думаем, да нормально здесь вообще, мы устроились там, неплохо, то тогда у нас не получится так звать. Тогда мы по-другому зовем, тоже разумом. Мы просто повторяем и слушаем. Повторяем и слушаем вибрацию. Сначала вибрацию просто нужно услышать. Понимая просто, что это сам Кришна. Пусть этот святой звук очистит мое сознание от скверны, от мусора. Это как лекарство я сначала принимаю. Внимательно, чем качественное лекарство будет действовать на нас. Из-за чего? Из-за нашего внимательного слушания. Вот чем я сильнее вслушиваюсь, тем сильнее это лекарство будет действовать. Если я просто... Я тогда не взываю ничего. Я просто мучаю себя и Кришну. И его мучаюсь, сам мучаюсь просто. Да я просто не знаю, что я делаю. Я нам-аппараткой занимаюсь просто, оскорбляю святое имя. Но я должен вслушиваться просто. Глаза должны всматриваться в что-то, в то, что связано с Кришной. Язык четко должен проговаривать каждую букву. И вслушаться я точно проговариваю все. Точно. Глаза мои точно сейчас Кришну видят или то, что связано с Кришной? Да. Четки точно я ощущаю? Я ощущаю четки? Да, ощущаю. Все, запахи благовонием пахнет, да, цветами? Да. Хари Кришна, Хари Кришна. Я точно слышу? Да, слышу, слышу. Точно Кришну вижу? Да, вижу. И вот, я поймался, я ум запетлял. Я сейчас просто принимаю лекарства. Так я должен думать. Не размышлять, о, Кришна с пастушками, там, о, гопи. Ля-ля-ля, тополя, там еще какие-нибудь. Нет, я просто повторяю, слушаю, потому что я больной. Мне нужно лекарство. Мне оно очень нужно, потому что иначе я не смогу взывать Кришну. А я хочу звать его. И пока я просто употребляю лекарство, внимательно повторяю, слушаю. И чем больше, тем лучше. Не просто каких-то 16 кругов. Побольше, может быть, лекарства принять. Хуже не будет. Такое лекарство, что хуже не будет. И внимательно вслушиваться. И потом в какой-то момент произойдет такая трансформация. Вы раз и чувствуете, что вам нравится это лекарство. Оно вкусное. Оно приятное. Знаете, как детям дают сладкое какое-нибудь лекарство. Вау. Ничего себе, чего я был лишен. Боже мой. А что у меня только один рот? Вот неудача такая. Ну ладно-то, а что у меня всего два уха, я так хочу слушать и сюда куда-нибудь. Все это, знаешь, я принял лекарство сейчас хорошее, то есть оно начало работать. Если же мне не нравится этот вкус еще, я просто рам-рам что-нибудь там такое. Я больной, я не лечусь, значит. Я по-прежнему больной, я по-прежнему в выгребной яме, ничего не чувствую. Но потом постепенно, когда вот хоть немножко почувствую, Кришна обязательно в какой-то момент даст этот вкус. Для чего? Чтобы мы навсегда запомнили и всегда стремились к нему. Жаждали. И вот тогда мы начнем звать его
Кришна. Прям звать его начнем. А он будет говорить, я не верю, что ты меня зовешь. А мы должны доказать. Прям сильно звать его. Он говорит, я не верю. Я как бы здесь, но я еще тебя не открою тебе все. Потому что, похоже, ты еще не искренне зовешь. И он же из сердца будет вдохновлять искренне звать его. Потому что он лучший друг Кришны, самый лучший друг. Он не бросит нас. Он вот сам заинтересован, чтобы мы быстрее пришли к нему. Но мы будем цепляться за что-то. Кришна, возьми меня с этой, я сам смотрю себе. Он говорит, отпусти ее. Отпусти ее, не могу. Тогда повторяй Хари Кришна, держись за Вьясасану. Повторяй внимательно. И в какой-то момент мы немножко только расслабимся. И он прямо из-под ног у нас эту табуретку выбьет. Эту Вьясасану. Вот только немножко расслабимся, он заберет ее. Ну это образно Вьясасану. Так, это может все что угодно быть. Какая-нибудь материальная привязанность, мы за нее держимся и повторяем. Кришна говорит, отпусти ее. Не могу. Как же там без Вьясасаны в духовном мире? Он говорит, отпусти. Сам отпусти лучше. Я все равно заберу у тебя ее. Эту привязанность материальную. Кришна, забери как-нибудь ее. Мягко очень. Как одна преданная молится. Кришна, когда придет время убирать, я тебя очень прошу. Убей меня ласково. А, не ласково. Убей меня нежно. Нет. Так зовет Кришна. Кришна говорит, конечно, конечно. Очень нежно. Но сначала отпусти это все. И так он будет с нами играть. Надо о нем думать. Звать его просто. Звать и звать и звать. И он однажды откроется. Ну, чуть-чуть откроется. Немножко, какой-нибудь отблеск даст какой-нибудь. Потому что если просто ноготок увидите, с ума сойдете от счастья. Я думаю, по чуть-чуть будет. Эмоции сначала будут давать, потом ливы какие-то разворачивать. Вдохновлять нас будет. Вкус появится, потом воспевать еще сильнее. Каждый день вкладываемся в лекарства. Вопрос такой. Вы сказали себе историю про машину. Похожая ситуация, кстати, у вас в гостях пяти истинных, года 4 назад. Там, и когда первый раз тех, кто к вам приехал, фотографии, я помню, что перерыв, и еще дождь, прям помню, что прям лил уже дня два. Чтобы захотелось в туалет, надо было уйти. Я вроде покраженными этими идеями, ну, то есть мыслями, которые мы обсуждали, попали, спускался по лестнице, и вот которая та лестница, вот же как в баню спускаться, там каменная. И вот вступаю, повреждено так, помню, что как бы раз подскальзываюсь, и секунда как бы ударяюсь затылком об лестницу, и все, и как помню, такое ощущение, просто как будто камеру положили вот так. Ну, как будто и тишина. И как бы внутренний голос, такой, как бы, ну все, значит, все. И просто такое внутреннее согласие, мы как бы начали вырезать отсюда, как бы, ну, вылез там, шпрыгнул, подбежал, как бы, более-менее. И вот тогда, в смысле, вот это произошло такое ощущение, что ты как бы бездарно, ну не то, что бездарно, ты очень сильно опаздываешь в своей жизни для того, чтобы успеть туда. И мой вопрос в том, как бы, несмотря на то, что ты находишься, как по сути, в святом месте, то есть темы были с преданными, находились, обсуждали, ты вроде практикуешь сколько-то лет, каждый день пытаешься спить, хотя бы на сантиметр приблизиться к лишнему. Но когда вот это пошел в туалет, секунда, и все, как бы ты лежишь. Как избавиться от этого страха, что Кришна обязательно заберет? Потому что в тот момент, я помню, что была просто тишина, и тогда, когда анализировал уже, спустя то, что Кришна не произнес. Хотя было все как бы благоприятно, с одной стороны. Как продолжать? Все так же, все нормально. То есть продолжаем. То есть сейчас все хорошо, потому что, ну как вот Кришна рядом? Он же рядом учился Кришна, как преданный. То есть еще рано умирать. Еще столько дел. Может быть вдохновленным. Не переживайте. Преданные рядом оказались, в святом месте оказались. Посмотрите. В святом месте, преданные рядом. Темы обсуждали, какие хорошие все. Вы защищены были. То есть с вами ничего не должно произойти было плохого. И вот так Кришна защищает уже. Потому что ваши мотивы чистые были. Вы приехали получать образование, стать преподавателем, чтобы это все. И все. А тут уже не важно, что там как-то
что вы в святом месте находитесь. Другой момент, я вот, ну, понимаю ваш вопрос, это другой момент. Это я просто этот момент описал, что там все нормально было. Почему это произошло? Почему вот это вот падение такое расовое? Вот почему это произошло? Это Кришна устраивает просто, чтобы сил, ну, усилить веру. Он будет усиливать. То есть это очень хорошая реализация, что вы сейчас почувствовали, что вы потеряли теряете время, как будто опаздываете. Опаздываете, да. Это говорит о том, что мы время не ценим жизни. То есть думаю, здесь у нас еще есть время на что-то. Как иногда люди говорят, им ты чем-нибудь даешь, там, или преданным чем-нибудь там, начинающим чем-нибудь говоришь, что вот так лучше делать, вот это делать там как-то. Он говорит, не, еще рано, я еще не готов. Я только начинаю. У меня дикое желание громко сказать им, Прабу, вы не просто не готовы, вы уже опаздываете. Потому что мы все опаздываем на самом деле. Мы заняты какими-то делами еще, это значит, мы уже опаздываем. Вот когда будет полностью деятельность, погруженная вот в сознание Кришны полностью, даже тогда мы почувствуем это опоздание. Но если мы это понимаем, осознаем, Кришна это учитывает. То есть он придет во время. Кришна придет без опозданий. Он точно придет без опозданий. Как он придет? Как придет Кришна? Он придет как преданный. Он придет как гуру. Он придет как киртан в момент смерти, когда уже тело оставляем. Это Кришна придет так. Вот недавно, может быть не недавно, не знаю, лет 5 назад. Вот такой случай был. Матерь заходит в туалет, в кафе мирском. Мирское кафе просто. Заходит в туалет и умирает. Вот просто там что-то выпила какую-то там жидкость, которую нельзя пить было ей. Кефир какой-то, который ей. Спазм как-то что-то активирует, она задохнулась просто, и под рукой нету никакого этого, ничего просто, и раз, и все. И... Благо там матажи были две преданные тоже. Что-то нету, раз ее оттуда, она уже все, ну чуть теплая. И раз оттуда, там скоро, я уже поздно, все, она уже. И преданные сразу звонят, и ее гуру был там, ее духовный учитель был там. Вот он не в кафе. Там, может быть, километров 15, там база была, там ретрит был у нас. А мы с Гуру Махараджем прогуливались, прогулка была, и нам тоже позвонили. И Гуру Махарадж сразу говорит, срочно туда едем. Хотя она не ученица его. Но у нее такая просто жажда спасти преданных. Он, срочно туда едем. И мы быстро пули туда, там минут 10 мы уже там. Мы заходим, а там уже скорая приехала, и там уже что-то они делают, эти врачи. Ну, видно, что у нас все, они просто там заключение какое-то делают, экспертное просто, что уже все. И Гуру Махарадж заходит в кафе, и ему вообще без разницы, кто там в этом кафе, мирские люди, не мирские. Ну, там люди в кафе. А она прям посередине кафе лежит просто, и там эти все эти идут, ну, процедуры, скажем так, последние. Ну а люди там где-то кто-то сидит, там все, видно, что они насторожены, просто там, не знаю, человек 20-30, может быть, там людей. И Гуру Махарадж заходит вообще без всякого какого-то, ну, без всяких сентиментов каких-то. Он только дверь открывает и сразу, Харе Кришна, Харе Кришна, прямо на все кафе, громко просто. И я понял, как Кришна приходит к преданным. Потому что она сейчас так нуждается в святом имени, что сама не сможет сейчас вспомнить ни о чем, она сейчас в смятении там просто. И он прям громко, Харе Кришна, Харе, как серьезно просто. Неважно, милиция, полиция, там какие-то медики, там кто там еще, охранники какие-то, там администрация как-то. Ему вообще на это как-то вообще по барабану все. Он просто поет киртан, мы тоже за ним, и сколько нас, четверо там было. И мы поем без остановки, громко поем, где-то минут 40, наверное, мы пели. Пока она вот, пока там приехала какая-то, в общем, машина, которая должна была увезти, ну, в общем, тело. Какую-то больницу, в общем, ну, мертвая. И он поет, и поет, и поет. Так тяжело петь, очень тяжело. Невыносимо тяжело петь. А что происходит? Сжигается карма просто. Сжигается вот та часть кармы, которая не дала
Мата же вспомнить Кришну. Карма не даст просто. А там гуру с бхактами поет тоже киртан. И вот это все разом, представляете, на нее как навалилось. И мы пели, потом раз. А она уже тело синеть начинает уже. Такое все. Такое страшное синее тело такое. И поем. Потом раз, какой-то момент, тело начинает светлеть. То есть вот эта синева уходит. И у нее вместо вот это начинается так. Реально прям, вот реально просто. Вот не было ни фотоаппаратов, ничего. Вот реально, я в шоке был. Для меня это был как шок какой-то такой, ну, позитивный. То есть я в реальности теперь на практике есть знание, а есть прямо вот оно практическое знание. Как раз у нее такое прям улыбка такая, она прям сиять начала. И петься так легко, значит, такой вкус появился от святого имени. И Гуру Махарадж такой сразу подходит и стоп ее касается вот так просто. Так наклонился за стоп ее такой раз. Ну и киртан дальше поем. Ну и мы как попугаи тоже такие раз. Хотя как-то думаешь, вроде бы как бы тут, но Гуру же сделал, это же нектар какой-то. Прям реально вы трогаете, и вы прям не чувствуете, что вы труп трогаете. А что-то такое, знаете, святость какая-то такая, прям как стоп святого. Вау, ничего себе, бух, такое ощущение нереальное просто. И мы поем. И потом раз там эта машина приехала, и все там ее унесли, и все увезли ее. И все, и мы такие вышли на улицу. И такое какое-то, знаете, благо, какое-то счастье такое прям нереальное. И мы сели такие на лавочке возле кафе. Гуру Махарадж достал в сумке читание Чаритамриту. Прочитал там, не знаю, минут 20 он читал тексты какие-то, просто читал. И все, читал так, комментариями все прочитал. Потом закрыл, видно, он сидит в блаженстве в таком вообще. Ни горя, ни скорби, ничего нету. Он в анании такой. Но так преданные ведут себя. Они не скорбят, потому что они суть видят. А мы ждем, у нас вопросов океан, у меня точно. Я думаю, ну, Гуру Махарадж наверняка сейчас знает, ну, как бы мое сердце наверняка сейчас начнет отвечать. Он раз такой. Вы знаете, что там произошло? Не знаю. Прабхупада пришел за ней. Вот как только она начала, видели, как она улыбается? Вот это, ну, тело, на тело светлее пришло, видите, да, это Прабхупада пришел. Потому что преданные воспевали, ее гуру здесь был, это еще и кадыши было. То есть все благоприятно прям. Хотя она, мата же, я не знаю, она еще не, даже не пожилая, там лет 40 может. А улыбку видит. Это Радхарани пришла за ним. Радхарани взяла ее. Вот так Кришна приходит. Радхарани пришла сама. Даже не Кришна. Почему? Потому что преданно воспевает. Кришна пришел в виде святого имени. Вот он, Кришна пришел. Поэтому очень важно вымолить у Кришны, чтобы мы тело оставили в обществе преданных. Хоть последний какой-нибудь негодяй даже, который мне не нравится, этот преданный, лишь бы он только рядом был. Лишь бы только начинал киртан пить. Как попало, не в тему. Без мелодии, без всякой. Без просто Хари Кришна, Рама, Кришна, Бама. Там хоть что-нибудь просто. Что в этот момент мы очень нуждаться будем в этом сильно. Поэтому там все хорошо было. Мы бы забабахали там киртан. Прямо что панчатату бы там. Выпросили бы у твоих родителей разрешение там бы прям кремировали. Это очень хорошая ситуация была. Ничего не думаешь, что туда туда. Не повезло тебе. Все нормально. Вальмики Прабху, пожалуйста, вот скажите, вы говорили в лекции, что надо просить духовного учителя, чтобы он дал Кришну. Но дело в том, что
как научиться доверять духовному учителю, как научиться действовать в согласии с духовным учителем. Есть какие-то серьезные моменты, на которые следует обратить внимание? Ну, наставление, в первую очередь. 16 кругов, 4 принципа. Это основа. То есть это то, что гуру нам дает. То есть как нам гуру Кришна дает, как он нам дает. Прямо момент освящения авторизует. Почему называется Нама Дикша посвящение. То есть он дает святое имя Кришна. Кришна дает прямо. И это только в Кали-Югу такое, представляете, такая милость нам. То есть посвящение, и гуру сразу Кришну дает. Где такое можно еще найти? Все, теперь нужно следовать правилам, предписаниям, которые гуру нам дает. Терпеливо, качественно, каждый день, насколько это возможно, спокойно, без всякого раджаса, терпеливо, и не ждать ничего. Когда же, когда? Все нормально, уже все дали. Только теперь нужно следовать этому. Каждый день спокойно, терпеливо, не торопиться никуда. Стабильность, говорится, признак мастерства. Как один преданный, мы жили вместе с брамачарьяшами, и год он прожил. Но он так и сказал своим родителям, что я должен пожить в храме год. Они не преданные, но так как он в такой семье, очень такой, ну, солидная, скажем так, серьезная, такой, интеллигентная, очень такая семья, он сам образованный такой, очень семья. И он сказал, я вот встал на духовный путь, и мне сейчас нужно... Они ему дали благословение заниматься практикой с Адми Кришной. Но потом в какой-то момент он сказал, я сейчас понял, что я должен пожить в храме хотя бы год, потому что если я хочу выйти, ну, жениться, ну, все они ждут от него, он же их ребенок, как бы, ну, взрослый уже, сколько ему, может быть, тогда было, ну, почти что одногодки с ним. Ему тогда где-то около 30 было. Ну, так, плюс-минус. И он говорит, если я женюсь, но я сначала должен получить образование. Должен пожить в школе послушником. Ну, не говорю там ашам и так далее. Потому что интеллигентная семья такая. Они, дали ему благословение. Ну, давай, в общем. Раз и так, ну, нормально. И он целый год прожил. И потом брамачарья ашама вышел. И через какое-то время женился. Ну, он очень успешный грехастый сейчас. Очень такой квалифицированный, очень проповедник мощный такой. И, может быть, год или сколько это прошло, может быть, два. И я как-то его встретил. Так, ну как жизнь семейная? Ну так, просто спросил. Он говорит, ну нормально. Говорит, одно меня, говорит, радует, что я все правильно делаю. Говорит, ничего не нравится в семейной жизни. Ничего, очень тяжелая жизнь. Но меня одно держит и радует, что я делаю все правильно. Это было, ну, не знаю, может быть, лет 10 назад. Примерно. И он до сих пор все правильно делает. И он очень возвышенный преданный. Очень серьезный. Он реализованный, очень сильный преданный, могущественный преданный. Проповедник еще к тому же. Хороший. И у его супруги тоже спросили, ну как ты живешь там с ним? Она говорит, как с роботом. Просто как робот. Но одно радует, что он все правильно делает. Это тогда было. Сейчас у них все хорошо. Сейчас им уже нравится семейная жизнь. То есть Кришна пришел, потому что уже все. Кришна вошел в их сердца. Они оба уже браманы, то есть все нормально. То есть. Так же и мы. Гуру пришел к нам. И дал нам Кришну, уже дал. Все, теперь просто правильно все делать. Терпеливо, не там завышать планки, там еще там что-то дополнительные какие-то аскезы брать. Там нам уже все, да все аскезы нам даны. Четыре принципа. 16 кругов, изучаем книги Прабхупады, общаемся с вайшнавами, какое-то практическое служение в общине или на Махате, где-то в Ятре. И просад кушаем. Не пхогу, просад. И чтобы это все у нас всегда получалось, все правильно,
Нужно добавить один элемент туда, специю одну такую, эту всю, это все блюдо. Что это за специя? Она практическая. Ну так, подсказка. Чтобы все получалось правильно и легко нам давалось это все. Надо каждый день петь и танцевать для Кришны. Тогда все легко. Потому что это главная практика. Йога-карма. Харинам Санкиртана. Говорится, если для Джаганатхи минимальное поклонение, минимальное, если прям вообще уже просто уже невыносимо ничего никак, все плохо. Но если Джаганатхи, вы поклоняетесь ему, и вам уже все вот уже невыносимо, не можете не встать, ничего. Говорится, минимальное поклонение, которое Джаганатха примет как полное, это просто одна улыбка в день для него. Вот просто улыбнитесь для Джаганатха, посмотрите на него, какая улыбка такая. Вот просто улыбнитесь, и Джаганат принимает как полное поклонение. Если он видит, что прям уже невыносимо. Прям так. Но это не значит, что теперь он будет так поклоняться. Нет, это когда прям уже все. Но для Гор Нитай и для Панчататвы минимальное поклонение такое. Один киртан в день и потанцевать день. И все. И они принимают это как поклонение. И это даст нам силу соблюдать и принципы, джапу читать, книги будет вкус читать, общаться с вайшнавами вкус будет. Да-да-да, просад всегда будет. Все это будет. И садхана будет получаться, у нас все будет. Только нужно каждый день петь и танцевать, хотя бы чуть-чуть. Посмотрите, кажется легко же, да? Что такое петь, танцевать? Да, вообще легко, что-то мы не верим, так просто что ли? Ну-ка попробуйте, раз так просто. Можно как понять, просто или не просто сейчас танцевать не будет. Ну попробуйте, вот никого нету, вы дома одни, никого нету. Попробуйте поднять руки вверх. Знаете, как тяжело поднимать? Это очень тяжело. Что такие гири висят здесь. Желания материальные. Так тяжело. Потом уже так тяжело. А еще ж танцевать надо, шаг вперед, шаг назад. О, боже мой. И говорится, если мы хотим избавиться от этих гир, надо просто на киртанах очень высоко прыгать. Так мы избавимся от этих гир. Да, просто на киртанах надо прыгать высоко. И руки потом постепенно они будут подниматься. Подниматься и потом поднимутся. И надо прыгать и прыгать, и танцевать и прыгать. И будет с виду, со стороны будет казаться, ну, дурак дураком. Так нам будет казаться. Про нас, конечно, никто это думать не будет, потому что мы никому не интересны. Мы никому не интересны. Имейте в виду, никто на нас не смотрит. Все на себя смотрят. Мы никому не интересны, поэтому прыгать нужно. Танцевать и прыгать, и коряво будет как-то получаться, неважно. Я хочу научиться танцевать для Кришны. Научиться. Вот смотрите, Гауранга танцует там с бхактами. Вот попробуйте здесь так потанцевать. Он прям показывает, вот, наглядно. Вот так потанцуйте. Ну это прям как-то сложно все, ничего себе. Да, сложно, потому что гири. На ногах гири вот так под коленку поднять. Посмотрите, как он поднял. О, боже мой, это какой-то гипертанец какой-то. Надо танцевать. Тебе надо тоже танцевать. Это они нам показывают, что нам нужно делать. Господь Читания, Он пришел показать нам, что нужно делать сейчас. Петь и танцевать. Петь и танцевать, и все. И тогда вы везде просто знаете, будьте успешными. Во всех сферах. Пойте, танцуйте. Так говорит Господь Читания. Все потом получится. И вы гуру почувствуете. Так гуру доволен будет. Очень сильно будет доволен. Петь и танцевать. Как-то иду. А я только-только практиковать начал, еще даже в вашем не жил. Иду по улице в деревне какой-то.
Это мы там обучались в Куджинову. Иду еще в кармической одежде, там волосы какие-то такие, шапка какая-то, шапка из волос. Иду такой, просто иду. Никого нету, там какие-то бабушки сидят, там что-то кто-то сидит, деревенская улица просто. Я иду такой счастливый, думаю, классный, я духовный человек, вот учусь у духовного века, скорее всего, я уже продвинутый, этим не повезло вообще. И так размышляют такими категориями. Иду такой. И раз мальчик такой выходит, не знаю, даже похоже, он еще в школу даже не может, лет 6 ему может быть где-то. Он такой раз, и возле меня такой идет тоже. Я думаю, да, тамагуна вообще. Ну, я как раз уже начал изучать, и веду, уже понимаю, тамагуна, дети, это тамагуна. Ну, так, уже начал все видеть через эту призму знаний. Раз так погладил, ну ладно, помогу, но не переживай. Поет, улыбается. А о чем вы думаете? Опа, ничего себе, помогу. Ну я такой, важный такой. Я молюсь на самом деле. Так, воображаю просто. Как бы время не теряю, молюсь. А как вы молитесь? Что пристал? Я говорю, повторяю, молитвы разные. А какие молитвы вы повторяли? Боже мой, что надо вообще? Я говорю, ну имена Бога повторяю. А какие имена Бога? Я начал что-то подозревать, что-то здесь странное такое. Я говорю, ну это я про себя повторяю. А можете вслух? Ну я уже иду, и тут уже там кто сидит, уже ближе, уже лавочки же, они все люди же там какие-то. Боже мой, ничего себе заставляют меня что делать. Ну вроде бы я как бы преданный теперь уже, да? Я же должен просто, ну не скрывать, я же должен это. Я говорю, Хари Кришна повторяю. А что там, повторять что ли надо? Ну да. И все, что ли? Ну нет, можно петь. О, петь. А как петь надо? Я говорю, ну как-то, ну громко надо петь. И сам-то воображаю, что у меня знания есть такие. Надо таксы, имена, надо громко петь. А, громко? А ну-ка попойте. И заставил меня. Я такой, Хари Кришна. О, это не громко, это не надо громче. Он замучил меня, он заставил меня громко петь. Заставил просто, это так тяжело, так невыносимо. Потом он заставил меня петь и танцевать еще. Потому что я там где-то проговорился, что на самом деле еще танцевать надо. Он говорит, а вы там что-то про танцевать говорили, а как это танцевать? Я говорю, ну это вот вы идете, так танцуете, там руки так поднимаете, танцуете там. Он, и потом раз он говорит, давайте, пойте. А вы говорите, там танцевать, а ну-ка руки поднимайте, давайте. Но он меня заставил идти по улице петь, вот так, это так тяжело, что такие гири висели. Это вот только он меня заставил, сам бы, да ни за что в жизни бы. Ну попробуйте сами, вот идете по улице, вот так, раз что-то, заскучали, ну-ка поднимите руки, запойте просто, попробуйте. Ну Господь читает, он же так делал. Его же никто не заставлял. А мы же должны это делать. Ну так нужно себя проверить. Ну-ка поднимите руки. Харибол! Да, ну там. Опа, ничего себе. И вот это главная практика. Петь и танцевать. То, что мы повторяем 16 кругов, соблюдаем принципы, изучаем веды, служим. Зачем мы это все делаем? Только для того, чтобы петь и танцевать для Кришны. Больше ни для чего. Все, и мы должны с этим танцем войти в духовный мир. Духовный мир пешком не ходит. Духовный мир входит в танцы. Да. Если мы хотим с Господом Читания танцевать, надо сейчас уже учиться этому.
Господа Читанию не купить дьяной, йогой. Нет. Его только танцами можно вовлечь. Больше никак. Поэтому мы должны танцевать на программах, на мангаларате, неважно, не бояться, не стесняться. Наоборот, ждать, когда же танцевать будет. Это как самое главное действие. Не просад действие главное на воскресных программах. Просад — это как награда, это как милость. Танцы. Надо до умопомрачения танцевать просто. И тогда Господь Читание откроется. Его прямо увидеть можешь, что он танцует. Если мы просто так, шаг вперед, шаг назад. Он просто стоит на алтаре и тоже там что-нибудь так. Ну, хоть так, думаю, ну, нормально, бабка, молодцы. Но если вы начнете здесь реально танцевать, он спрыгнет оттуда, он не выдержит. Он прям здесь будет танцевать. Вы это почувствуете. Каждый это может почувствовать. Ну, что мешает? Гири. Поэтому высоко прыгаем сначала. Это разминка перед танцем. Надо прыгать просто сначала. А потом уже все, потом Господь Читание появится. Сколько у нас времени, да, похоже уже. Заканчиваем, да, как? Да, конечно. Давайте сейчас прочитаем. Рекламу прочитаем. Это прям рекламный плакат нужно сделать такой же. Кто куда хочет. Набирается набор. В туристическое путешествие. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Самое сокровенное знание. Рантараши Мадбагава Дитаки, Шила Прабхупада Ки, Югадхарма Харинама Санкитан Ярджи Ки,